В эфире служба новостей «Саров-24» в студии Екатерина Пенова. Здравствуйте. Смотрите сегодня в выпуске. 100 тысяч рублей на реализацию идеи. Администрация выделила гранты некоммерческим организациям. Вышка раздора. Очередное обращение в городской дозор. Весной 45-го клуб военно-исторической реконструкции представил свой фильм. Далее расскажем обо всем подробно. Саровские власти ужесточили въезд в город. С 16 ноября, чтобы получить разовый пропуск, нужно предоставить справку об отсутствии коронавируса. Тест необходимо сделать не позднее 5 дней до въезда и передать копию справки приглашающей стране. Тем, у кого есть постоянные пропуска, тесты сдавать не нужно. Театры и концертные залы возобновят работу в Нижегородской области. Губернатор Глеб Никитин внес очередные изменения в свой указ о режиме повышенной готовности. Мы посоветовались с санитарными врачами, представителями сферы культуры, индустрии и развлечений. Были проанализированы всевозможные риски, учтен опыт других регионов. Сейчас есть признаки стабилизации ситуации с заболеваемостью, поэтому, учитывая тяжелейшее положение дел в отрасли, мы сочли возможным разрешить работу с жесткими ограничениями, рассказал глава региона. Он пояснил, что заполняемость залов на втором этапе должна составлять не более 30%. На третьем ее можно будет увеличить до 50%. Рассадка зрителей только на расстоянии не менее 2 метра друг от друга. Среди дополнительных требований – отмена антрактов, закрытие буфетов, разобщение потоков зрителей на входе и выходе. Запрет на проведение дополнительных развлекательных мероприятий до и после спектаклей. Кроме того, не будут работать гардеробы. Отвечая на комментарии подписчиков, Никитин признал, что отсутствие гардеробов создает зрителям некоторые неудобства. Но будет 2 пустых места между занятыми местами. Там придется положить вещи. Со сцены их не видно, другого варианта нет. Гардероб – это всегда очередь и скопление, пояснил глава региона. Зрители и незанятые на сцене сотрудники театра должны быть в масках. На входе у посетителей будут измерять температуру. В фойе и зале необходимы санитайзеры. Контакты зрителей и артистов запрещены. Меры строгие, но у большинства организаций есть возможности для их соблюдения. Надеюсь на сознательность организаторов, сказал Глеб Никитин. За минувшие сутки в России выявили 22 778 новых случаев заражения. 403 из них в Нижегородской области. В Сарове 393 человека заболели за выходные. Еще один скончался. 9 некоммерческих организаций получат субсидии из бюджета города. Они смогут потратить по 100 тысяч рублей на реализацию своих проектов. Среди грантополучателей – фонд «Дорога в жизнь» и Саровский музей военно-морского флота. Как они распорядятся бюджетными деньгами, смотрите далее. Ну, вот такое у меня сердечко получилось. Порой хочется вспомнить детство, сыграть в классики у дома или сделать поделку. Анна Первухина выбрала второй вариант. Она проверяет заготовки к мастер-классу для ребят дошкольного возраста, которые в фонде «Дорога в жизнь» проходят регулярно. В рамках проекта «Мастерская чудес» педагоги готовят 12 тематических занятий, на которых малыши познакомятся с традициями и обычаями русских праздников, а также с народной культурой. Это именно специализированная серия мастер-классов, направленная на всестороннее гармоничное развитие личности ребенка. Поскольку задействованы детки дошкольного возраста, это очень интересное состояние, когда ребенок как губка впитывает, и можно максимально четко раскрыть его потенциал, увидеть вот эти его основные сильные качества. И именно с этой вот позиции, с этой именно как бы теории мы вышли как раз вот на конкурс. Организация ветеранов военно-морского флота участвует в конкурсе грантов уже 3-й год. Впервые они получили субсидии с бюджета города в прошлом году. Это позволило начать грандиозную реконструкцию музейных стендов. В этом году ее завершат. Мы сами разработали дизайн этих стендов, сделали так, как нам удобно, именно и для края, чтобы они могли максимально демонстрировать экспозиции, те предметы и вещи, которые у нас хранятся и переданы в музее, составляющих эти экспозиции, ну и также обеспечить хранение имущества для этих же, опять же, стендов и экспозиции внизу. Фонд «Дорога в жизнь» и Саровский музей военно-морской славы вошли в 9 лучших социально ориентированных некоммерческих организаций Сарова, выиграв конкурс на предоставление субсидий из бюджета города. Заявку на грант подали 13 претендентов, отобрали самые яркие и полезные для саровчан идеи. Мы же еще оказываем консультативную помощь социально ориентированным некоммерческим организациям. Мы всегда готовы помочь, подсказать, проконсультировать. Ну, чем, собственно, мы и занимаемся. Если к нам обращается социально ориентированная некоммерческая организация за помощью, мы всегда помогаем. На реализацию заявленных проектов организации получат по 100 тысяч рублей. Анна Пилипец, Евгения Шевцова, Сергей Рябов, служба новостей, Саров-24.
Что необходимо сделать молодым родителям для получения свидетельства о рождении малыша? Какие документы нужно оформить в первую очередь? Как чаще всего называют новорожденных в Нижегородской области? Во вторник, 17 ноября, Главное управление регионального ЗАГСа проведет прямой эфир «Рождение-2020». Присоединиться к нему можно в официальном аккаунте Instagram ЗАГС-152. Начало в 16 часов. Другая важная информация в подборке коротких новостей. В России запустили интернет-портал «Национальныйпроекты.рф». На сайте любой гражданин сможет узнать, как нацпроекты улучшают его жизнь, а также получить информацию о медицинских услугах, соцвыплатах, спортивных или культурных возможностях для своего развития. Также можно будет узнать о возможностях улучшения жилищных условий. Флешмоб «Надень уже эту маску» вошел в число наиболее эффективных антиковидных практик России. Акция стартовала 5 ноября в Москве. Представители бизнеса размещают на своих страницах в соцсетях обращение клиентам с просьбой использовать средства индивидуальной защиты при посещении их заведений. С начала акции ее участники опубликовали более 6000 сообщений. Флешмоб охватил 77 регионов страны. Жители Нижегородской области приглашают принять участие в 8-м конкурсе социальных проектов по повышению качества жизни пенсионеров в серебряный возраст. К участию в конкурсе приглашают некоммерческие организации, а также инициативные группы в партнерстве с НКО. Заявки на конкурс принимают до 17 декабря. Подробную информацию можно получить по телефону +7 846 207 52 53 по будням с 9 до 17 часов. Молодежный форум «Время выбрало нас» пройдет с 27 по 29 ноября в онлайн-формате. Подать заявку на участие можно через автоматизированную информационную систему «Молодежь России». В программе форума общение со специалистами различных направлений, много полезной информации, презентация проектов городского конкурса «Саров молодежь» и многое другое. Вместо раскидистых деревьев – вышка сотовой связи. В рубрику «Городской дозор» обратились жители Яблоневого сада. Они недовольны, что под их окнами вырубают лес и планируют строить вышку. Горожане уверены, что для нее есть более подходящие места. Почему объект решили поставить именно там? И есть ли шанс что-то изменить, выясняла наша съемочная группа. Срезанные деревья и невысокая горка распиленных стволов. Еще неделю назад на этом пустыре высился ровный частокол лесных насаждений. Вместе с соседними деревьями он служил естественной границей между Яблоневым садом и поселком Тис, создавая уютную атмосферу тихого и уединенного места. Да и просто полюбился жителям как привычная часть не самого богатого местного пейзажа. Поэтому внезапному появлению рабочих с бензопилами те были, мягко говоря, не очень рады. Как выяснилось позже, деревья пали жертвой амбициозных планов одной из компаний сотовой связи. Место расчистили под строительство новой вышки. И хотя людей заверили, что все делается в строгом соответствии с буквой закона, у жителей Яблоневого сада остались вопросы, на которые никто так и не дал ответ. Почему именно в этом месте? Почему нельзя выбрать другое место, где уже нет леса, чтобы не вырубать? Вот чуть дальше вы проедете, и лес стоит между Яблоневым садом и новой дорогой ВП-4. Там был вырублен большой, огромный участок леса для хранения щебня и песка. Почему там нельзя было построить? Там и подстанция рядом ближе. Здесь же теперь придется им как-то тащить эти все кабеля. С Анастасией соглашается и другая жительница Яблоневого сада Елена. По словам женщины, вырубленные в районе улицы Нижегородской деревья – это далеко не первая потеря, которую несет местный лес. И если так пойдет и дальше, зеленый цвет может напрочь исчезнуть из окружающей поселок Палитры. Вокруг Яблоневого сада идет постоянная вырубка. У нас была лесозащитная какая-то там ветрозащитная полоса. Ее вырубили вот под строительство уже участков для многодетных. И вот между нами и Тизом как бы последняя маленькая вот эта полоса, ее тоже вырубают. Пообщавшись с обеспокоенными жителями и выслушав их претензии, мы обратились за комментариями в городскую администрацию, и вот что нам ответили. Оператор выбирает участки города, где, по их мнению, нужно произвести охват связью данной территории. И эти места в своем обращении указывать, и мы уже их рассматриваем. Если они соответствуют всем требованиям, да, мы им разрешаем, не имеем права отказать. Это определяется документом, который дает право застройщику проводить земляные работы. Канал 16 готовит отдельный материал про озеленение Яблоневого сада и планы на благоустройство коттеджного поселка. Константин Перевозчиков, Константин Островский, Александр Мальков. Служба новостей, Саров-24. Сотрясение мозга и многочисленными ушибами закончилась для саровчанина вечерняя прогулка по улице Бессарабинка. Выпивший мужчина встретил незнакомца, между ними вспыхнула ссора, которая переросла в драку. Личность неизвестного устанавливают. Чем еще запомнилась минувшая неделя сотрудникам правопорядка, расскажем в следующем репортаже.
Злоумышленники украли у саровчанина мотоцикл. Преступники сбили амбарный замок на гараже и унесли оттуда самое ценное. Пропажу хозяин обнаружил только через несколько дней. Ущерб мужчина оценил в 239 тысяч рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по пункту Б, В, части 2 статьи 158 Уголовного кодекса «Кража». Из похищенного имущества самое крупное – это мотоцикл. Ну и остальное имущество, то, которое находилось в гараже. За минувшую неделю на дорогах города произошло 9 ДТП. На парковке рядом с парком Зернова саровчанин на шестерке врезался в бордюр и съехал в кювет. Мужчину госпитализировали с множественными переломами бедренной кости. По данному факту нами изначально было возбуждено административное расследование, но в настоящее время дело передано в Следственный комитет для проведения проверки. Так как в данном происшествии усматривается попытка суицида. 14 ноября примерно в 17 часов на трассе около села Кременки 36-летний водитель «Лады Приоры» вылетел на встречку, не справился с управлением и столкнулся с двумя автомобилями – «Kia Sportage» и «Hyundai Solaris». Как рассказал в соцсетях очевидец и участник ДТП, «Приора» неслась перед ним на огромной скорости, резко пошла на обгон и столкнулась лоб в лоб с белой «Kia». После, крутясь, отлетела в машину очевидца. В «Хюндае» был 11-летний ребенок. Он и водитель не пострадали. В результате аварии от травм, несовместимых с жизнью, скончались трое саровчан. 36-летний водитель и 31-летний пассажир отечественного автомобиля, а также 26-летний водитель «Kia Sportage». Депутаты Госдумы от ЛДПР внесли в Нижнюю палату законопроект о проведении до 31 августа 2023 года добровольного эксперимента по переносу начала учебного года в школах на 1 октября. Инициативу авторы объяснили ограничениями из-за COVID-19. Депутаты уточнили, что учебный год будет заканчиваться в соответствии с планом образовательной организации, а государственная аттестация проводится в срок, установленный Минпросвещения. В группах «Канал 16» в социальных сетях мы спросили горожан, согласны ли они с этой инициативой. Вариант «нет» выбрали 73% опрошенных. Безразличны к этому вопросу 15% респондентов. Поддерживают предложение о переносе учебного года 11%. В художественной галерее прошла презентация ролика военно-исторического клуба. Фильм «Весной 45-го» сняли во время проведения реконструкции осенью этого года. Само действие было посвящено событиям, положившим конец самой кровопролитной войне 20 века. Подробнее о том, как создавали ролик, его авторах и исполнителях, расскажем в следующем репортаже. Весна 1945-го. Советская армия атакует фашистское логово. Сюжет к реконструкции участники военно-исторического клуба 1945 продумывали на протяжении нескольких месяцев. Ежегодное театрализованное действие обычно происходило весной на глазах сотен саровчан. Из-за пандемии собирать публику организаторам запретили, поэтому осенью они решили снять видеореконструкцию. В начале года было потрачено очень много сил на то, чтобы даже эти танки забронировать, привезти их сюда. Ну вот там такая ситуация. И не провести это в каком-либо формате мы уже не могли физически. Вот. И пришлось весну 45-го перенести на осень 2020-го. Над созданием 13-минутного ролика трудилась целая команда. Более 100 участников реконструкции из Сарова, Владимира, Нижнего Новгорода, Саратова, Рязани и Москвы. Операторы, звукорежиссер и монтажер. Снимали мини-фильм один день. 3 недели занял только монтаж. Видео. И потом еще неделю собирали звук. Вот Сергей собирал звук. Если вы слышали, то он тут почти долби. На самом деле здесь звук 5.1 был сделан. И звук делался отдельно и собирался тоже вручную. Множество спецэффектов и графики придало динамике ролику. Конкретную мысль создателя в сюжет не закладывали. Но зрители оценили военно-патриотическую значимость видео. Реконструкторы – это вообще какая-то особая категория людей, потому что вы даже как-то эту историю не то, что художественно там демонстрируете, вы ее вот живую демонстрируете детям, нам, взрослым. Окунуться в атмосферу военных лет и оценить ролик с реконструкцией можно в интернете. Совсем скоро видео появится в группе ВКонтакте «Арт Саров».
И это все, о чем успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала 16, в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук, Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютубе и смотрите все информационные выпуски, авторские программы в удобное для вас время. В студии работала Екатерина Опенова. Всего вам доброго и хороших вам новостей.